Телекомпания «Веневизион» представляет. Виктор Камара. Соня Смит. Лупита Феррер. Дарила Коломбо. Даниэль Альварадо. В телесериале «Роза Ангелика», Ромео Алиси Барриос. В фильме также снимались Белен Диас, Оранхел Дельфин, Хильда Бланко, Эва Мундолфи, Анхеля Коста, Омар Мойнелло и другие. Машина здесь, Юрий Тернандес. Мне в отель Буэнависта, вы знаете? Да-да, отель прислал меня за вами. Ну как вы здесь поживаете? Хорошо, спасибо. Сейчас я вас доставлю. Я уже годы не была здесь. Немедленно. Роберто, я жду. Роберто, пожалуйста. Да я уже здесь. Все, мы здесь. В чем дело? Лихия, я не знаю, что случилось. Ничего, что случилось? Ничего. Только вот пианино открыто. Вопреки моим распоряжениям. И я не понимаю, как, если ключей столько у меня. Кто открыл его и как? Сестра, ты сама оставила его открытым. Я? Никогда. Я никогда не забываю его закрывать. Ты не помнишь, как ты протирала клавиши с таким усердием, что забыла? Закрыть его. Мама, клянусь тебе, я не играла на пианино. Не клянись понапрасну. Это грех. И говори только с моего разрешения. Ладно, предположим, что я на самом деле забыла. И что ты меня не ослушался.
Потому что в любом случае, открыто или закрыто, тебе запрещено соприкасаться к пианино. И ты это знаешь. Сесилия, тебе незачем так ограничивать его талант. Его талант отдан медицине, как и талант его отца. Я Хисела Эрнандес, на наши имена забронированы комнаты. Да, конечно. Одна на имя доктора Архенис Хилл, другая на имя Роберто де ла Роза, и еще одна на мое имя. Доктор Фил де ла Роза? Нет, доктор. Доктор и сеньора. Да, именно. И доктор де ла Роза. Да. И сеньора? Нет, доктор де ла Роза один, и я тоже. Нужно две отдельные комнаты. Хорошо, вы можете вас здесь расписаться, пожалуйста? Да, конечно. И, конечно же, там в отеле на острове Маргарита. Вы с Роберто будете в разных комнатах, как два незнакомца. Притворяюсь при всех. Прячусь. На самом деле, будущим мужем и женой. Вероника, пожалуйста. Да, я знаю. Его сестра Сесилия, великая дама де ла Роза, никогда не примет тебя. Но сколько еще ты будешь выносить эту абсурдную ситуацию? Он твой муж перед Богом и людьми. Зачем тебе его прятать? Из-за разницы в общественном положении? И это в наши дни, в 1973-м? Нет. Но она, его сестра Сесилия, она очень влиятельная. Она очень властно доминирует Роберто. Сеньорита, пожалуйста. Да, конечно. Минутку, извините. Хотите взять ключи или предпочитаете, чтобы доктор их забрал? Нет, пожалуйста, я хотела бы проверить комнаты, если вдруг может что-то понадобится. Да, конечно, вдруг там что-нибудь забыли. Спасибо. Пожалуйста, проводите сеньориту в ее комнату. До свидания, спасибо. Вы очень любезны к вашим услугам. Если ребенку нравится музыка, зачем ты вмешиваешься, Роберто? Он будет врачом, как ты и его отец. Но почему? Никто и ничто этого не изменит, но ему нравится музыка. Ради бога, Роберто, не вмешивайся. Ну ладно, как скажешь. Папа? Привет, сынок. Ну что у тебя за лицо? В чем дело? Ни в чем, дорогой. Я лишь рекомендовала ему хорошо себя вести, пока мы будем на конференции на острове Маргарита. Правда, детка? Да, мама. Ну ладно, мы уже идем? Да, идем. А то опоздаем на самолет, а? Тогда пусть выносят вещи. Лихия, вот ключи от пианино. Ты уже знаешь. Не забывай закрывать его. Да, сеньор. И следи за тем, чтобы Эдуардо выполнял свою домашнюю работу. Сесилия, поднимусь на минуту в комнату, сейчас вернусь. Хорошо, я буду ждать тебя на улице. Хорошо. Большое спасибо. Он твой муж. Перед Богом и людьми. Зачем ты его прячешь? Жизнь моя. Этой ночью я должна быть здесь с тобой. Чувствую твою кожу. Твои поцелуи. Я люблю тебя, дорогой. Обожаю тебя. Жизнь моя. Мой муж. Мой любимый муж. Успокойся, сынок, спокойно. Я все слышал. Не волнуйся. Я знаю, что ты сможешь оперировать так же хорошо, как играешь на этом пианино. И знаешь почему? Потому что ты добьешься всего, чего хочешь в жизни. Но, папа, я стану врачом, когда вырасту. Да. Ты будешь изучать медицину. Но у тебя всегда будет твоя музыка.
Это пианино, сынок. Это пианино принадлежало твоей бабушке, моей маме. А теперь оно твое. Да. Я дарю его тебе. Я дарю его тебе, сынок. Но во всем остальном попытайся угодить своей матери. Во всем, в чем сможешь. Так что можешь играть, пока нас нет. И ни у кого не просить разрешения. Боже мой, да что случилось с Архенисом? Роберто? Роберто! Роберто. Любовь моя. Жизнь моя. Люблю тебя. Мой муж. Только хотел сообщить, что доктор приехал. А, хорошо, большое спасибо. Ага, спасибо. Я не понимаю, почему ключей нет на ресепшн? Представьте себе, сколько людей придут на эту конференцию. Придут посмотреть именно на тебя, Архенис. Она заставляет торчать здесь, как глупцов, в ожидании неизвестно чего. Я не понимаю, кто мог взять ключи? Кому отдали ключи от наших комнат? Я ничего не понимаю. Здравствуйте. Вы? Что здесь делает эта медсестра? Вы можете мне объяснить, что здесь делает эта женщина? Вы можете мне объяснить, почему эта женщина здесь? Кисела всегда ездит с нами, Сесилия. Она сопровождает нас на конференции, на конгрессе, не понимаю, чему ты удивляешься. Я никогда не понимала присутствия этой сеньоры на подобных мероприятиях. Но если вы думаете, что это необходимо, мне сказать больше нечего. Но я буду очень благодарна, если она не будет прикасаться к моим личным вещам, а также брать ключи от моей комнаты, нарушая нашу с Архенисом частную жизнь. Займитесь-ка лучше Роберто, у него нет прислуги. Ключи, пожалуйста. Пойдем, дорогая. Кисела, это твое место. Оно принадлежит тебе. Место, которого ты заслуживаешь. Сесилия. Я должен тебе кое-что сказать. Я скрывал это от тебя, но больше не могу молчать. Я женат. Я женат на этой женщине. На медсестре. Знаешь что? Я люблю ее. Люблю ее. Всей душой. Пожалуйста, Сесилия, прими ее. Да, прими ее, пожалуйста. Роберто не понимает, что эта женщина убивается за ним.
Она бессовестная. Пристает к нему. Она бегает за ним. Но она не добьется своего. Не добьется. С каждым днем мне все больше нравится Хисела. Как ни одна женщина не нравилась раньше. И это так просто не пройдет. Не пройдет, пока она не станет моей. Моя Хисела. Моя. Показывала Сесилия? Нет. Я слышала, что ты думал обо мне, дорогой. Иди по меня. Нет, нет, Сесилия, нет. Я не могу. Мне же нужно речь говорить, и у нас нет времени. Понимаешь, правда, любимая? Ты понимаешь? Но любовь помогает расслабить разум и снять напряжение. Пробуждать творчество? Конечно, если ты этого желаешь. Извини, Сесилия. Я сожалею. Беспокоит моя сестра Хисела. Эта их ситуация не может так продолжаться. Ай, кума. Самое плохое в этом проблема с этими людьми. Если бы ты знала. Ай! Ай! Что случилось, кума? Ай, не знаю, мне не больно. И Марго нету, она уехала. Кажется, уже время. Тогда нужно идти в больницу. Это преждевременные роды, кума. Ай, мне больно, кума. Я ужасно себя чувствую. Могу помочь? Что с тобой? Нет, ничего. Просто у меня голова закружилась. Я смотрела на море и почувствовала себя плохо. Ну, это нормально. Такое случается. Да, конечно. Иди, я помогу тебе подняться. Нет. Нет, спасибо. Уже прошло, спасибо. Я со мной все в порядке, спасибо. Ты всегда меня избегаешь.
всегда отталкиваешь. Почему, Гизела? Ну, сколько же я буду повторять вам, доктор, что вы женатый мужчина? Вы же муж сеньора Сесилии. Пока ты не решишь иначе. А что вы хотите сказать? Правду, которую я чувствую, Гизела. Я готов на все. Я готов развестись с Сесилией, если ты так пожелаешь. Ну, как вы можете, доктор? Как вы можете? Подумай об этом. Подумай. Кизела, то, что я испытываю к тебе, серьезно. Это то, чего я хочу. Тебя. И чтобы получить тебя, я готов на все. Ты слышала? На все. Кизела. Кизела. Это Роберто. Кизела. Уже готовы? Я тут ошибся комнатой. А ты разве не видишь? Да, сестра, вижу. Ты очень красивая. Спасибо. Анси Аргенис. Он собрался раньше меня. Он наверняка в холле. Пойдем к нему. Он должен был подождать меня, но он, как всегда, очень спешил. Хорошо, пойдем. Доктор, пожалуйста, вас ищут. Ваша жена, должна быть, ищет вас. Я хочу тебя, Гизела. Поверь, я с ума по тебе схожу. Не отталкивай меня. Похоже, что я вызываю у тебя отвращение. Пожалуйста, доктор, умоляю вас, оставьте меня в покое. Я предлагаю тебе все. Я предлагаю тебе себя. И ты позволяешь себе роскошь отказывать мне. Умоляю вас, оставьте меня в покое. Не отталкивай меня больше. Я не хочу, чтобы ты меня отвергала. Гизела, я готов на все. Ты слышишь? На все. Иди сюда. Нет, иди, отпустите меня. Иди со мной. Нет, пошли со мной. Я не понимаю, куда он мог подеваться. Но где бы он ни был, я найду его. Здравствуйте, доктор, здравствуйте. Извините, пожалуйста. Вы не знаете, где можно найти сеньориту Хиселу Эрнандес? Девушка, которая взяла ключи утром от нашей комнаты. Вы не помните ее? Да, я случайно видела ее, как она шла в сторону пляжа. Около 20 минут назад. На пляж? Да, спасибо. Вы очень любезны. Не за что. Мой муж должен прийти с минуты на минуту. Но как хорошо, что вы смогли прийти. Пожалуйста, проходите в зал. Ну вот. Теперь ты познакомилась со мной. Теперь ты больше не сможешь отталкивать меня. Потому что теперь ты моя. С сегодняшнего дня и навсегда. Я не хотела, чтобы все было так, клянусь тебе. Ты сама во всем виновата. Ты довела меня до этого. Так что давай вставай. Вставай, сказал. Уже все закончилось. Это должно было случиться, не так ли? Ну вот. Приведи себя в порядок. И веди себя нормально. Слышала? Слышала меня? Я пойду первым. А ты должна привести себя в порядок. И вести себя, как ни в чем не бывало, поняла? Слышала меня? Нужно узнать, что здесь произошло. Что случилось? Ничего. Ничего не случилось. Роберто, пойдем, я тебе все объясню. Это просто. Ну что такое, Роберто? Ничего ты мне не объяснишь. Одну минуту. Это все мужские дела, брат. Понимаешь, ты должен хранить секрет перед Сесилией. Она не должна узнать об этом, понимаешь? О чем узнать? Ну, о том. Роберто?
ничтожество. Нет, подожди, подожди, я могу объяснить. Ты сволочь. Ничтожество. Нет. Ничтожество. Роберто. Сволочь. Роберто, нет. Не надо. Роберто. Я убью тебя. Не надо. Что здесь происходит? Где Архенис? Роберто, ты можешь мне объяснить, почему ты это так серьезно воспринимаешь? Сесилии незачем знать об этом. Мы же мужчины, не так ли? Ты принудил ее. Ничтожество. Ты изнасиловал ее. Да тебе-то какое дело? Ты изнасиловал ее. Какое тебе дело? Да это женщины. Это мое дело. Понимаешь? Не вмешивайся в это. Заткнись. Она моя жена. Моя законная супруга. Ничего, сеньорита? Нет, ничего, сеньора Сесилия. Тогда ищите его везде. И также поищите эту женщину, медсестру. Она должна знать, где они. И если вы их не найдете, немедленно позвоните в полицию. Конечно. Нет. Нет, нет. Этого не может быть. Да что это еще за глупости? Глупости? Глупости. Глупость — это то, что ты совершил. Ничтожество. Негодяй. Ты заслуживаешь смерти. Пожалуйста, заткнись. Они послышались с пляжа. Роберто, спаси ему жизнь. Помогите. Что с тобой? Иди сюда, помоги мне его поднять. Дай сюда, нет. Дай сюда, нет. Я скажу, что это я. Нет, уходи, уходи, говорю тебе. Уходи. Исела, иди сюда. Это я, Кума. Я тебе как сестра. Я здесь с тобой. Я ее потеряла. Я потеряла моего ребенка. Потеряла мою девочку. Я потеряла ее. У тебя очень хорошо получается. Но уже поздно, и нужно ужинать. Я жду тебя наверху. Спасибо, папа. Спасибо. Кто стрелял, сеньор Вильхель? Это вы, сеньорита? Нет. Нет, я. Я просто была на пляже. И увидела его. Он был ранен, я хотела помочь, но он уже умер. А почему в ваших руках был пистолет? Ну, потому что я его увидела там. Он там лежал и взяла его. Вот и все, я просто взяла его.
и оставили на нем свои отпечатки пальцев. Но это не я. Клянусь, это не я. Нет. Нет. Архимес. 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 Он умер. Он мертв. Убийца. Это ты убила его. Ты убила его. Убийца. Она убила его. Она его убила. Убийца. 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 Она убила его. Проклятый убийца. Это не я. Я не делала этого. Это не я. Ты убила его. Проклятая. Она убила его. Она убила моего мужа. Нет. Обеда. Чувствуете себя лучше? Более-менее, доктор. Я уже долго не проверялась. Но я уже давно чувствую себя так. Да-да, все, как вы говорите. 3 месяца. Слушайте, я не знаю, как вы воспримете это, то, что я скажу, но сохраняйте спокойствие. Вы беременны. Thank you.
Мне больше ничего не оставалось, ребята. Я попыталась что-нибудь выдумать, но... Но я боялась, что они обвинят тебя и... Успокойся. Успокойся, дорогая. Я пришел, чтобы все прояснить. Я скажу правду. Сесилия должна узнать правду. Нет. Она должна знать, что случилось. Нет. И кто был ее муж. Ты отсюда выйдешь вместе со мной. Будь что будет. Я скажу правду. Я убила Келлиса. Нет, нет. Я убил его. Нет, помолчи, молчи. Ты не думаешь о Сесилии. Ты не знаешь... Не представляешь, какую боль ты причинишь. Она твоя сестра. Она вырастила тебя как своего сына. И ты теперь не можешь превратиться в убийцу ее обожаемого мужа. Пойдем. Пойдем. Ты ничего не можешь сказать Сесилии, Роберто. Это было бы катастрофой. Мы должны посмотреть в лицо этой правде. Сесилии придется принять ее. И мне тоже. А мальчик? Ты не подумал об этом мальчике? Оскар Сито никак не связан с этой грязью. Он чистый, невинный. И он никак не причастен ко всему этому. Значит, я права, любовь моя. Он... Сейчас он любит своего дядю. Ты для него герой. И кем ты станешь после всего этого? Как ты хочешь, чтобы он смотрел на тебя после этого, как на убийцу своего отца? Человека, который сделал его сиротой? Человека, который оставил вдовой его мать? Нет, Роберто, у тебя нет на это права, любовь моя. Не настаивай. Ты это сделал ради меня. Ты будешь молчать. Правда ведь? Ты должен молчать, дорогой, пожалуйста. Нет. Нет. Я не буду молчать. Это я убил его. Молчи. Молчи. Кто-нибудь может услышать. Ты должен так поступить, Роберто. У тебя слишком много причин, чтобы молчать. Пойми это. У тебя есть имя. Семья. У тебя есть твоя работа, дорогой. А я... У меня единственное, что есть. Это моя любовь к тебе. И ради всей этой любви я могу даже отказаться от тебя. Кисела, что случилось? Почему ты так говоришь? Любовь — это отречение, Роберто. И ты должен принять мое отречение, любимый. Потому что я люблю тебя. И делаю это ради тебя. Ради любви. Ради великой любви к тебе. Жизнь моя. Скоро, Хисела. Он скоро родится. Твой ребенок вот-вот родится. Еще немного, Хисела. Уже появляется головка. Тушься еще немного. Очень хорошо. Поздравляю. Здоровая девочка. Вероника. Я отдаю ее тебе. Кисела, это твоя дочь. Не бросай свою дочь. Я ее не бросаю. Я отдаю ее тебе. Ты моя сестра. Вынеси ее из этой тюрьмы. Освободи ее от моего наказания. Дай ей счастливое детство. Умоляю тебя. Подари ей любовь и счастье.
Я тебя только об одном прошу. Я хочу, чтобы ты назвала ее Розенхелика. Розенхелика. Я знала, это твоя дочь. Не отрекайся от нее. Я уже отреклась от всего. Даже от самой себе. Розенхелика мерится в жизни. Как и другой человек. Другой, который тоже этого заслуживает. Мы никогда больше не будем счастливы. Над этим домом спустились темные тучи. Тучи боли. Несчастья. Смерти. И без боли мы больше не будем чувствовать себя живыми. Такой теперь будет наша жизнь. Боль. Боль и месть. Нашей судьбой будет месть за твоего отца. Месть нашему врагу. Убийце. И всем, кто с ней связан. Она разрушила нашу семью. Она всех нас оставила сиротами. Но мы отомстим за его смерть. Мы будем преследовать эту несчастную Шиселу Эрнандес. И всех, кто с ней связан. Всегда. Мы будем мстить за ее преступление. Спасибо. Вероника! Только не говори, что... Маркус, дорогой. Дорогой, наконец-то ты приехал. Вероника, любовь моя. Только не говори, что это твоя дочь, дорогой. Это твоя дочь. Моя дочь. Но почему ты мне не сказала? Я не хотела отвлекать тебя от работы. Но посмотри на нее. Она хорошенькая, правда? Ее зовут Розенхелика. Розенхелика? Почему Розенхелика? Ну все, наши дни. Тебе нравится? Нет. Не нравится? Сеньорита, как красиво. Вот возьмите, пожалуйста. Большое спасибо. Розенхелика? Сейчас идем, минутку. Розенхелика, идем. Говорю же. Сеньор, большое спасибо. Надеюсь, скоро увидеть вас снова и сделать ваш портрет. Хорошо? Большое спасибо, сеньорита. И извините, пожалуйста, этого невоспитанного ребенка. Ну что вы, не волнуйтесь. Хорошо, пойдем, мальчик. Ну что это такое? Иду, иду. Одну минуту. Не волнуйся, потому что... Ну, подумаешь, пожертвовали денег сиротскому приюту. Нет-нет, Розенхелика! Побыстрее! Я знаю каждого ребенка в этом сиротском приюте и знаю, что каждому из них нравится. Осталось купить немного голоса подарков. Что? Розенхелика, поторопись! Нет, ты посмотри. Посмотри, какая красавица. Она ни в чем не виновата, но я хочу... Ой, извините. Извините, простите, сеньор. Извините, джентльмен, простите, пожалуйста. Я не хотел, ни в коем случае не хотел. Где же девушка? Ну, наконец-то. Ну, мне жалуется. Почему такая спешка? Твоя мама, Розенхелика. Она звонила тебе весь вечер. Не может быть. Извините, вы в порядке, сеньор? Вы правда в порядке? Вы напугали меня, разве не видите? Да. Простите, если вам плохо, то я могу осмотреть вас, я врач. Никаких проблем. Нет, нет. Меня никто трогать не будет. А тем более вы чуть меня не убили. Ну, извините меня, извините, пожалуйста, простите. Слушай,
Надо же такому случиться. Почему ты не закончишь здесь подарками, а я пойду? Ну, с ней все в порядке. Но со мной не все в порядке. Это не из-за того, что я упал, а из-за того, что только что прошла Розангелика. Ты слышал? Другая девушка звала ее этим именем. Я должен идти. Я оставлю тебе это. Я даю слово, что я вернусь очень быстро. Пожалуйста, никуда не уходи, быстро вернусь. С вами все в порядке. Она ушла. Кто отсюда уходит, так это я. Нет, подожди. Я помогу тебе, успокойся. Но не злись. Пожалуйста. Не надо так нервничать, успокойся. Извини меня, прости. Кто я, по-твоему, насильщик? Извини меня, прости, я же извинился. Наверняка она опять перенапряглась. Моя мама не следит за своим здоровьем. Я уже не знаю, что с ней делать. А что будем делать сейчас? Пойдем? Нет, ну представь. Если у моей мамы рецидив, это означает, что ей снова придется принимать лекарства. Понадобятся деньги, и мне придется рисовать больше. Ну что ж, я найду их. Это единственное, что я могу сказать. Ты будешь еще что-то покупать? Ну, только один подарок. Нет. Ладно, не буду больше покупать. Не надо так нервничать. Куда же делась девушка? Потерялась? Она как сквозь землю провалилась. Ты же ее видел? Ты видел ее? Да, видел. Я же не придумал этого. Да, видел. Но я хочу найти ее. Где бы она ни была? Где? Где? Не знаю. Внизу, вверху, где? Я за тобой больше бегать не буду. Опять это он. Ай, пожалуйста, сеньор, сидите спокойно. Опять он идет. Да кто там идет? Скажите мне, кто там идет? Сядьте, успокойтесь. Я так не смогу закончить портрет. Опять он идет. Me canso.